А сейчас мы заходим в помещение, где будет располагаться дневной стационар. Как вы видите, здесь уже расположена мебель, часть обустроена для врача и медсестры. Здесь наши пациенты будут получать свое лечение после того, как врач-терапевт назначил его. Заведующая первой поликлиникой Щелковской областной больницы Анастасия Гоголева показывает новое отделение медучреждения, которое скоро откроется в микрорайоне Финский. Оно удачно разместилось на первом этаже дома новостройки номер 4А. Технический персонал завершает последние приготовления, расставляет мебель, собирает оборудование. Здесь у нас будет располагаться отделение, где смогут принимать наши терапевты, хирург. Мы сможем проводить здесь вакцинацию, и у нас будет открыто здесь отделение дневной стационар. Потребность в обособленном подразделении поликлиники испытывают жители трех микрорайонов – Финского, Богородского и Щелково-7, кстати, самого удаленного от первой поликлиники на Фрунзе. Отделение в Финском сможет принимать до 70 пациентов в день. Сейчас оно проходит этап лицензирования. Как и в обычной поликлинике, здесь можно будет пройти первичную диагностику внутренних органов и систем и, конечно, сделать прививку от коронавируса. Здесь будет открыт кабинет функциональной диагностики, также проведение ЭКГ-исследования. Также здесь будет находиться дневной стационар для терапии. Наряду со взрослым в том же Финском готовится к открытию и детское отделение. Оно будет располагаться в соседнем доме новостройки номер 11. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.